Вот сейчас одновременно работа мельничкой и чистка этими же рунами. Это русские руны. Звуки водопада.
Честно, только идет. Я сегодня уже много крутила и легко крутились мельнички. А сейчас настроилась на всех смотрящих, на внутреннее и внешнее пространство. Всех, кто будет смотреть. Кто-то будет чистить помещения, в которых они надышали, грубо говоря. Кто-то будет внутри чиститься. Руны здесь даже от подселений всевозможных. И у меня прям руку тормозит. Не так-то легко это делать. Хотя только что крутила и много, и все нормально. С другими людьми. И зевота вообще тут что-то такое. Будут смотреть не самые чистые люди. И такое дикое желание прекратить это все.
Я кручу ровно над свечой воронку. И она вытягивается к нам просто. Очень высокая длинная пламя. И ровно. Меня начало морить до этого. Было сопротивление и зевота, и все. А сейчас я утекаю. Ощущение, что я засыпаю. Не видно, пламя где-то еще в два раза выше, чем сейчас видно. И кристально оперистая стала. Тут сейчас начинают активироваться руны дезинформации и потекли крадники. Дезинформация, разрушение, огонь и три зубы с Шивы. И пошли уже обраточки. А вообще эти свечи, руны без обраток работают. Просто тут сливается что-то. И эти же руны, 4, вместе с ключом. И помощью, и потоком сейчас вращаются в мельничке. Они же на свече. Тут руна огня есть. Может, поэтому огонь так выравнивается в конус. Я просто показать сейчас не могу. Но это столб огня. Я держу руку по центру, прямо держа этот поток в центре воронки. Все, пошла активация. Дезинформация пошла. И кристальный огонь очень красиво. Жаль, я не могу показать с другой стороны. Я его вижу, стою с другой стороны, и тут прям кристально все. Но сдвигать это все, у меня будет трястись камера в руках. Пламя кристальное, как я и предполагала, эти руны выдают все время кристальное пламя. Я и делаю их, держу в кристальном потоке, стою, когда делаю. Блин, жаль, что не видно всей этой красоты. Ух ты, какое пламя. Может, мы сейчас все-таки будем и трястись, и снимать.
Вот я кручу, и пламя выравнивается. Я над ним воронку запускаю. Смотрим, как это все сейчас объединить. Может быть. Когда будет догорать уже основная свеча, я еще прокручу. Я прокрутила 6 кругов по 108 раз. Собиралась 10 и потом снимать свечу. Но она разгорелась. Пламя зеленое. Такое ощущение, что здесь сжигается сущность, отвечающая за одиночество. Мне прям, когда я с полуприкрытыми глазами, согнувшийся одинокий человек. Кажется. Ну вот фонит. Такое тотальное одиночество в толпе. Может быть, у кого-то в пространстве это, может, у кого-то в личных отношениях или в делах смотрят разные люди. Но вот одиночество в потоке зазвенело, что что-то такое будет уходить сейчас. Кого-то это может быть не желание или неспособность создавать семью. У кого-то неудачные попытки или неудачный опыт родителей и свой. Неверие или непонимание, что такое партнерство. Вот я начала крутить, и огонь выравнивается. Освобождаемся от сущности, от живых энергий, которые мешали творить ту жизнь, о которой мечталось. Просто разрешите ей сейчас в свете огня уйти домой к себе. Куда-то для наивысшего блага других существ и служителей. Для их уроковой эволюции. Даже мне что-то вычеркнулось из позвоночника, то, что происходит такое.
лиловых и зеленых. Здесь все попроще в камере. Можно себе сейчас представить алмазный луч из космоса, алмазный свет, проходящий вдоль позвоночника и заливающий весь позвоночник, внутри и вокруг позвоночника. Дать этому свету промыть вас. Все чакральные центры, пусть огонь и алмазный жидкий кристальный цвет все промывает. Эти руны для меня кристальные. Я сейчас это все делаю еще в кристальном потоке своем, плюс в руне поток, который я тоже выставила здесь. Ключ поток. Плюс идет пение чакр, пение чаш по всем чакрам сейчас звучит. И водопад, который все промывает. Хорошенькая такая спонтанная чистка. Собственно говоря, я сегодня точно свечи не планировала делать. Жгла только субботнюю. Из этой нашей 19 недельные практики. А эти зеленые на 22 год свечи очищения и наполнения я собирала жечь завтра. Ну вот очищение, может, и на наполнение мне хватит. Но с очищением я вдруг решила, что я сделаю прямо сейчас. Рано я перестать вижу в камере или нет. Это какой-то внутри лиловый туман. И какие контуры пирамиды. Камера все равно не передает это сияние. Он намного ярче и эффектнее. Тут что-то такое размытое дается. И другие цвета. Подрезать корень. Хорошо поучаствовать.
Лапочки, тебе вкусно?
лицо выкрыть. Свет. Ужасно. Последние два круга, как по маслу. Подумала, что я буду спать, как убитый. Золотую или огненно-золотую воронку можно представлять в своих внутренних пространствах. Тело такое, как макрокосм, прямо с галактиками, вселенными, бездонное, безграничное, но там внутри вас пространство. И снаружи такой же космос. То пространство, которое вы вокруг себя создали, энергетическое и материальное. И пусть золотые спирали, воронки, вверх и вниз, или просто как вихри, такие носиком по низу идущие, собирающие все, пылесосящие, проходят по всему пространству. Если видели, как крутится мельничка, вот это с рунами, в других видео можно представить, как еще она проходит по всему пространству. Одна из очищающих и... Золотые нити несут в себе такие энергоинформационные структуры, может быть, октаэдра, может, другая сакральная геометрия сферы для кого-то это. Октаэдра – это то, что люди, не знающие геометрию, называют ромбиками, только объемные. Кубы – это квадратики, сферы – это шарики, кругленькие, а пирамиды – это треугольнички обычно. В лексиконе людей, которые не знакомы с сакральной геометрией, вообще не помнят курс геометрии в школе. Так вот, можно представить, что... Вот так тоже можно представить. Ничего себе, интересненько. Хотела показать мельничку. А надо было осветить капочку в нем. Да. Бывает. Пусть будет. Чище даже как-то стало. Неожиданно. А я хотела показать... Можно представить себе, что вместо вот этих вот картонных штучек узоры сакральной геометрии. Какие-то светящиеся сферы или какие-то светящиеся пирамиды, октаэдры, додекаэдры. Вот что появится. И
вместо вот этих бечевок золотые нити. Я когда вязала пирамидку наполнения, пирамидку, я уже приехала, свечу наполняю. Мне пора поспать. Когда вязала вот это вот обилие рунических форм, руноладов, собирала все вместе, чтобы прокручивать наполнение. Это делалось во время тревоги за двумя стенами. И за мной сидели, наблюдали Лада с Полиной и говорили, что Лада увидела золотые нити, не понимая, что я делала. Переспросила меня, что это, говорит, как древо жизни и золотые нити. А я действительно на золотые нити это цепляла. Потому что, в принципе, все пространство не пронизано золотыми и платиновыми. И мне все равно, как выглядит эта палочка, эти бечевки. Вопрос не в внешнем виде, а в том, какие энергии я кристальные сюда вплетаю. Они по ажурности, по легкости и по воздушности не уступают моим кружевам и тому, что я плету из ниток тончайшее. Потому что у павловни очень тонкая, при этом очень такая ускоренная энергия, скоростная, световая и насыщенная. И у рун, они для меня в кристальных решетках прям работают. И, ну, здесь я не прицепила еще подвеску с высокочастотника, но планирую еще к ним всем подцепить, когда заберу свои кристаллы. Или хотя бы гаевин, как у меня сейчас на одной из мельничек. Переходящим вымпелом будет. И вот эти вот все, если раскручивать эту геометрию, она крутится по спирали, по часовой стрелочке. И все это в пространстве. Допустим, сферки или октаэдры, это ромбики, или пирамидки. С вот этими символами, светящимися золотыми и огненными, раскрываются во всем пространстве. И все вместе, когда очень быстро вращаются, а последние круги были очень быстрого вращения, как по маслу уже шло. А вначале, кстати, очень тягучая была энергия. Тяжело очень шло. Когда вот это вот все вместе сливается с водопадом, со звуками чаш тибетских, звуком, светом, сиянием, все эти ниточки начинают закручиваться в вихре, создавать воронку золотую, световую, с этими символами и с фигурами сакральной геометрии. Можно представить, что все эти символы проходят сквозь вас. Какие-то конструктивные символы, мы наоборот с ними сливаемся, делаем коконы из них, умываемся ими, омываемся. Здесь можно и омыться, но можно просто их выставить в кокон как защитные, а можно ими просто промыть себя, как под водопадом. С одной стороны, вихрь все уносит, забирает и превращает в золотой жидкий кристальный свет, а в энергию Вселенной, а в энергию для новых ядерных атомных реакций, взрывов, создания чего-то. Созидание материи или идеи энергии. А с другой стороны, он просто закручивается в золотой вихрь такой радости, благости, кристального звона. И это и внутри вас происходит, и снаружи, во всех пространствах, в которых вы обитаете или которые вы строите. Для кого-то важен офис, а для кого-то место, где спишь, для кого-то большое количество этих и других мест. Внутреннее пространство и внешнее пространство в этой воронке световой вычищаются. В кристальных решетках планеты, в потоке кристально. Огонечек может гореть еще вечность.
Забавно, что воск из таких различных натеков превратился все-таки в круг. Я забыла нарисовать под ним руну ключ, но она должна была быть в круге. В итоге этот круг таким получился. Такое устойчивое впечатление, что он еще минут 40 брить будет. По идее, это так и есть. У меня такое было, и 1:40 горело. Поэтому, наверное, разобью-ка я это видео на две части, потому что я уже просто сплю. Завтра буду дожигать. Или на рассвете.